Здравствуйте, дорогие наши друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных! А мы с Алексой наконец-то приехали на море, в город-курорт Геленджик. Первым делом Алексе необходим перекус для того, чтобы восстановить силы для новых приключений. И для этого отлично подойдет вкусненький и сладкий бананчик. А после перекуса можно пойти и познакомиться с достопримечательностями нашей гостиницы. Это частная гостиница. Вокруг очень много деревьев, много зелени. В общем, красота, да и только. И, конечно, первым делом Алекса решила освоить все деревья, которые есть во дворе. Ну, а как по-другому? А тут кто-то что-то еще спрятал в этой трубе. Алексе интересно все, что окружает ее. Обезьянки очень любопытные. Наверное, наша маленькая обезьянка почувствовала себя в дикой природе. Настало время познакомиться с нашим внутренним двором. Кстати, картинка тоже очень замечательная. Везде расставлены горшочки с цветами, много зелени и, конечно же, есть даже клумба, которая очень радует глаз. А еще во дворе растет виноград, который Алекса заметила прям буквально сразу и решила его попробовать. Виноград оказался очень вкусный и сладкий. Поэтому угощение для Алексы растет прямо во дворе. Не нужно никуда идти. Ой, как вкусненько! Пошла Алекса исследовать номера. Что же у нас внутри в номерах? Алекса, это не наш номер. Давайте посмотрим, кому же в гости забежала Алекса. Посмотрите, в номере уже есть даже угощение для нее. Я надеюсь, хозяева номера не будут против такого вторжения. Маленькая обезьянка навела большой беспорядок. Настало время нам познакомиться с хозяином этого номера. Тем более мы соседи. А вот, кстати говоря, и он. Он был рад тому, что Алекса заглянула к нему в гости, и они очень быстро нашли общий язык. Кстати, хозяином номера является Игорь Гладников, наш друг, канал Красавчик ТВ. Это очень добрый канал, заходите обязательно к нему в гости, будет много всего интересного. После дальней дороги необходимо привести свою шерстку в порядок, поэтому Алекса решила причесаться.
Она же девочка и должна быть очень красивой. А потом можно сходить опять за виноградом. И немного порисовать. Кстати, рисовать наша Алекса любит больше всего. Друзья мои, я хотела бы вас поблагодарить за то, что вы смотрите нас. Оставляйте нам добрые комментарии. Делитесь нашими видеороликами в соцсетях. Мы вас очень любим. А в следующей нашей серии вы увидите, как Алекса отреагировал на море и, конечно же, достопримечательности города Геленджика. Так что, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Всем добра, здоровья и любви! До скорых встреч!